Грамотные маркетологи открыли магазин под названием «Рыболов, охотник, выпить». Привет, моя хорошая. Привет, моя дорогая. Привет, привет. Отлично выглядишь, пользуешься кремом, который я тебе подарила. Да. Здорово, Колян. Здорово. Ужасно выглядишь. Что, попробовал коньяк, который я тебе подарил? Жесткая вещь, капец. Угу. Ну чего, твой где? Сказал, что на рыбалке. А. По-любому изменяет. Что, твоя где? Сказала, что с подругой. По-любому с подругой. Да нет, ты чего, такого не может быть. Угу, не может. По-любому сейчас развлекается с какой-нибудь штучечкой. Ну что, штучечка, развлечемся? Он у меня не такой. Угу. Слушай, яблоко странное. С одной стороны сладкое, с другой стороны не сладкое. Тут сладкое, тут не сладкое. Или полусладкое жрет. Ну и что мистер Верность взял с собой на рыбалку? Удочку. Допустим. Резиновые сапоги, бритву для бороды. Ты себя слышишь вообще? Зачем ему бритва на рыбалке? Слушай, можешь разрезать? Червяка. А, давай, конечно. Я и бритву взял. Что еще взял? Жвачку. А, ну, конечно. Кто там без жвачки с ним целоваться будет? Опа, 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 опа. Давай, 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 сюда! Как неожиданно! Ну вот, а ты говорил, карп на жвачку не клюнет. Мой горлочный. И жвачка почти целая. Так, еще белую рубашку взял. Ты только задумайся, нафига ему на рыбалке белая рубашка? Блин, слушай, нафига я взял на рыбалку белую рубашку? Все сходится, все сходится. Нет, Ксюш, я ему доверяю. Ну, давай тогда возьми, позвони ему. Нет, он сказал не звонить ему, я ему там всю рыбу распугаю. Как аллегорично звучит, всю рыбу ему распугаешь. Ой, извините, у меня здесь жена звонит. Рыба, расплываемся, у него есть жена. Плывем отсюда, плывем. Про эту рыбу он тебе говорил? Он сказал звонить ему только в экстренных ситуациях. Ага. А развал семьи – это не экстренная ситуация? Звони давай. Ну что я ему скажу? Ну, скажи что-нибудь грозное, типа там, где ты? Ну, чтобы, так сказать, он посыпался, говоря его языком, прилечь его. Чего? Прибарабуль его. Приосетри его. Чего? Пришпроть его. Притрески его. Прижелтополосачь его. Прирыбомечь его. Он вообще-то за щукой поехал. Прищучь его. Звони. Звоню, ладно. Давай, давай, аккуратненько. Опа, давай, аккуратно. Давай, давай, пошел, давай, пошел, давай, пошел, давай, пошел, пошел, пошел. Заводи ты. Да все, все, сорвалась. Ты что телефон не отключаешь-то? Да слушай, да... Это жена звонит. Если звонит, значит, что-то случилось. Мы с ней договаривались. Алло, что случилось? Ты где? В смысле? Я же тебе сказал, что на рыбалку поехал. Ты зачем звонишь-то? Что-то случилось? Что-то случилось? Что-то случилось? Что случилось? Что случилось? Не знаю. Не знаю, где наши дети. Ты случайно не взял наших детей с собой на рыбалку, а? А, да, конечно, дети со мной. Ну, Галь, ты чё, ты же ещё не рожала. Какие дети? А я-то думаю, что-то я их найти не могу. Всё, поняла. Так, что случилось? А, что случилось? Скорая к соседке приехала. Да. Дождь сильный пошёл. Дворники не работают. Не работают. Машина запотела. Сидят, крестики-нолики играют. Что с тобой? Что со мной? Что? Эскимо на палочке и подмышку суй! Суй! Нет, суй! А, не суй! Никогда в жизни эскимо на палочке подмышку! Вот что я тебе хотела сказать. Говорит эскимо на палочке, не суй подмышку никогда. Слушай, вы что там пьете, что ли? Ты что, нашла мою заначку в вазе? Какую заначку? А, нет, я хотел сказать, это... Плыви, делай шар, крути шары, тихай, ори на шары, ломай, крути тесто, налепляй, пельмешки, оп, все, вазу, не запачкал вазу, я запачкал вазу, помой, пожалуйста, потом.
Нет, разгоняй облака, делай, что Арина, не Арина меня. Крути мясорубку, червы, я не понимаю, что делать. Режь, никогда не режь. Не мой вазу, я сам помою, все, пока. Все, пока. Ой, чуть не прокололся. Фу, чуть не прокололась. Ой. Вот видишь, он на рыбалке. Угу. Слова ничего не доказывают. Попроси его сфотографироваться. Давай, нет. Звони. Нет. Хорошо. Она наверняка моложе, чем ты. Ой. Звоню. Аккуратненько, да сюда заводи. Куда ты кусты-то повел? Да блин, опять сорвалась, елки-палки. Да выключи ты его. Да погоди ты. Алло, ну что там опять? Алло, ты можешь сфотографироваться сейчас? Чего? Зачем? А я поняла, что у меня нет твоей фотографии в кошельке. Ты мне отправишь на телефон, и я буду его носить в кошельке. Димон, ну что, дела? Все? Это все? Возможно, это старая фотография. Попроси его сфотографироваться с сегодняшней газетой. Сейчас что-то не молчит. А значит так, сфотографируйся с сегодняшней газетой. Зачем? Ну как зачем? Я хочу новости почитать. Посмотреть, что там в мире нового происходит. Ну. Так, слушай, все, нет у меня никакой газеты. Ладно, у меня клёв, рыба пошла. Все, я отключаю телефон. Давай. Что говорит? Клёво, рыба пошла. Рыба пошла. Ты слышишь вообще, что он говорит? Рыба пошла. С хвостом и с плавниками пошла. Как она пошла? Все, я пошла. Пока-пока, я пошла. Я рыба, я иду. Думай немножко головой-то. Фотка не настоящая, это фотообой. Да? Точно на рыбалке. Ну что делать-то? Что делать? Тебе надо бросить его первой. Как? Дай, сама все сделаю, сейчас напишу ему. Так, мне надоела эта игра. Собирай свои манатки и вали к своих швабре. Квартиру я оставляю себе, машина пусть будет у тебя. У нас нет машины. Я знаю. Так, и мне никогда не нравился твой нос. Деятельность, а? Да исправлю. Блин, я так не могу. Я все-таки включу телефон, вдруг у него что-то там случилось. Ого! 10 удаленных сообщений. Ты зачем удалил это все? Что сейчас подумает? Я даже не знаю, что и подумать. Блин, ну, наверное, что-то напутало. Да. Тебя с кем-то перепутало. Чего? Походу, у нее любовник. Чего? Какой любовник? Че, все скоится. Позвонила узнать, на рыбалке ты или нет. Потом попросила сфотографироваться с сегодняшней газетой, что это сегодня происходит. Ну а что, а дети у вас есть? Детей нету. Вот у них дети, точно. Молодец. То есть у нее с кем-то дети, что ли? Обалдеть, у нее дети. С кем-то? Алло? Алло. Слушай, привет, дорогой, ты не поверишь. Коля Галя изменяет, прикинь? Да ладно? Да. Она его раскусила только что. У меня еще жестче. Че? Галя Коля изменяет. Он прямо каким-то невероятным способом это вычислил. А подожди, а ты откуда знаешь? Я сейчас с ним на рыбалке. А ты откуда знаешь? Я сейчас у нее дома. Получается, они не изменяют друг другу? Нифига не загоняются. Параноики какие-то вообще. Что у него паранойя? Слушай, ну это, люди же женаты, ну фу, ну противно прям. Как можно так не доверять друг другу-то, а? Ну, не то, что мы. Кошмар. Слушай, Дим, посмотри, пожалуйста, у тебя программа работает, GPS на телефоне, я что-то тебя не вижу. Проверь. Работает. А, вот, все, увидела. Ну, вы там поосторожнее, там в километре от вас ночной клуб. Хорошо, буду. Ага. А с ними-то что делать? Ну что, видимо, нам опять мирить их придется. Вечно они все что-нибудь напридумывают, а нам потом разгребать. Ой, не говори. Ладно, все, давай, целую. Все в порядке. Коля с моим на рыбалке. Фу. Все хорошо. Галя с моей у тебя. Без детей. Есть еще хорошая новость. Тут в километре от нас ночной клуб. А. Так вот зачем я белую рубашку-то взял. Слушай, а что, девчонок наших будем звать? Да как же мы без них-то пойдем? Ведь они же нас убьют.